Всем привет! Сегодня приехала Астра. Уже показывал в группах Facebook фотографии в Германии. 2016 год. Пробег 162 тысячи. Вот. Такой автомобиль. Большой плюс автомобиля есть WebASTO. Можете с пульта включать WebASTO и садиться уже в теплый автомобиль. Номер телефона на номерах, чтобы могли напрямую позвонить. Вот автомобиль из Германии, немецкий автомобиль, 1.6 дизель. Сейчас обойдем, поднимем капот, послушаем, как работает автомобиль на таких легкосплавах. Резина Goodyear зима идет, вперед-зад, вот, на такой ткани. Красивая ткань. Передние сиденья, задние. Сейчас заведем, включим. Очень красивый, красиво панель смотрится. Вот багажное отделение, немецкие номера. Есть шторка, сетка, коврики. Насос, клей в этой комплектации идет. Цена 11 400. Автомобиль растаможен. Сейчас заведем. И ВИН-код автомобиля, чтобы проверить, можно было по ВИНу. Так, закрою, потому что будет. Осторожно, гололед. Навигация, климат-контроль. Медиа, телефон, навигация, настройки аудио, датчик давления в шинах, такой вот себе, сервисная книга. Неудобно одной рукой. Вот 30.06.20 было 152 тысячи вот, по сервису. Автомобиль с честным пробегом. Система давления в шинах. Так вот работает автомобильчик, датчик света, дождя, леды. Работает двигатель. Массивный такой тяжелый капот идет. Вот такой сегодня у нас, ребята, автомобиль. Звоните постоянно. Есть автомобили. Напомню, есть 8 автомобилей Peugeot. 308. Смотрите видео. Подписывайтесь на канал. Всем пока, ребята. И до новых встреч!